Обещал, значит, ну, оформить неофициально на эту работу. Да. Ну, с трудовой, с отчислениями в пенсионный фонд и платить мне зарплату. Но я работаю с тобой уже больше года и, собственно, деньги были только те, которые собирали с бывших там прочих и монеты. Человеку нужны деньги. Нужны деньги. Привидение! Очень не смешно. Ну, чувак, достань кошечка. А, значит, я помню, был когда маленьким, пошел, значит, ну, на рыбалку. Я, ну, я вырос в деревне. Да, да. И спасибо тебе. И, значит, в кустах я нашел кошку. Это была пушистая кошка с полосатой расцветки. Угу. И она была очень дикая, ну, маленькая. И я вдруг подумал, что это, скорее всего, манул. Знаешь, дикий камышовый кот. Да, да, манул, да. Я принес эту кошку домой. Да. Принес домой и, в общем, накормил ее, потому что она явно была голодная. Эта кошка, ну, она мне показалась очень голодной. И, принеся ее домой, я ее, естественно, накормил молоком. Ну, и чем кошек в деревне можно было накормить? Молоком и еще чем-то. Вот. И козами. И козами, нет. И, значит, потом я ушел. Ушел, и, придя домой вечером, я вдруг, ну, в темноте, не включая свет, наступил во что-то мягкое и теплое. Вот.
сделал еще один шаг и наступил вновь во что-то мягкое и теплое. Это была эктоплазма, это был призрак? Нет, это не был призрак и эктоплазма. Потом я включил свет и был шокирован, потому что манула, она заминировала весь ковер, то есть она нагадила везде абсолютно. И я двумя ногами по очереди наступил в одну кучу и во вторую. Вот, с тех пор я больше не завожу кошек, а эту кошку я просто выкинул. Я надеюсь, ты меня слушал. Какая жестокость. Знаешь что? Я спать. Давай. Офис СПО. Да. Да. Конечно, здесь. Серега, начальник, директор. Проснись. Давай. Да-да-да, давайте я запишу. Ручка, сейчас, секунду. Так, я готов. Да. Так, Домодедово. Так, так. Когда? Когда? Так, так, в четверг. А почему вы так поздно позвонили? А, праздники. Я понял. Так, хорошо, мы приняли ваш звонок, приняли ваш вызов. Спасибо за информацию. Вам по этому номеру можно будет перезвонить? Окей. Проснись. Ну ты проснулся? Да. Держи вызов. Смотри, читай. Ни хера себе. Давай, короче, ты по живым, я по мертвым. Как обычно. Да, блядь. Пошли. Gaudete Christus est natus ex Maria Virgini, gaudete cunnilingus vagina, fellatio phallus, fantasie orgie, multiple orgasmus. Эх, проснись, блядь, я заебался плясать. Yeah.
Тихо, тихо, парень, не лютуй. Я просто кое-что уточнить хочу. У нас тут народ из жратвы умирает. Что ты думаешь по этому поводу? Сука! Вот что я думаю об этом! Я тебя сейчас кверх ногами закопаю. Поговаривают о демоне, проживающем в руинах карьера. Ну спасибо, братан. Иди спи. Да, я нашел его в психиатрической больнице. Да, стриптизера нашего. Да, мне сейчас его привезут. Но, как обычно, удостоверение ФСБ. Да, вот кажется, он все на связи. Парень, ты можешь разговаривать? Понятно. Ты можешь меня просто послушать? Я буду говорить, а ты будешь слушать. Сейчас мы проведем один обряд. Ты только не нервничай, не переживай. Больно не будет. Смотри за свечой. Смотри за свечой. Свеча. 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 Why don't you feel rock? Сиськи? Точно. В этом теле. Да ну
нахер! I am your love.